Всем доброе утро. Этот влог я начинаю с того, что я опаздываю. В общем, сегодня у нас 5 пар с 8 утра. Я только выхожу. Я опоздаю на первую пару, кажется. Скорее всего, да, потому что сегодня суббота. Питок, короче, вот это все. Прекрасно, короче, все начинается. Я не знаю, как я проспала будильник. Точнее, я встала 5:50 и начала слушать какое-то голосовое. В итоге я под него уснула. Помимо всего этого, у меня физра. Из-за этого я во всем светом, в такую грязь, да еще и в кроссовках. Ну, на улице, конечно, не холодно, но сам факт, что, короче, меня уже бесит. Что у меня как 4 дня, 5-й день вроде, да, сегодня 5-й день, болит правый бок. Помните, может, в том году я просто год ходила для того, чтобы узнать, что это такое, что мне делать. В итоге вердикт: пей обезбол, когда болит. Мы уверен, что пришла. Уверена? Давай подойдем, скажем, что мы были на прошлой паре, но мы опоздали. Мы прошли во время перерыва. Ну все. Надо только после этой. Вот то, что в учебниках, мало что я вам даю, я все то, что поступает. У нас пара опять. Ребята, и закончилась еще одна пара. Я на улице, потому что у нас часовая перемена. Я решила погулять. Это прекрасная погода, куда он едет. Сейчас у меня физра тоже на улице. Не в бассейне, а не пришла в бассейн. Потому что не хочу ходить в бассейн без ангелина. Прикупила себе вот такую булку. Такой, знаете, небольшой перекус. Она огромная, видите, да? И сачок. Свой любимый яблоко и виноград. Сейчас посижу в раздевалке, поем и побегу. И это не шутка. Ну ладно. Думаю, я не буду бегать, куда я иду. У нас сейчас начинается последняя, 5-я пара. Мы начнем ее пораньше, значит, я буду домой пораньше. Это очень круто, потому что я хотела еще погулять. Посмотрим. Потому что завтра у меня 10, слава богу. 4 часа разница. Так что как-то так. Пожелайте удачи на этой паре. Надеемся, она пройдет быстро. У меня болит голова уже целую пару, не знаю, что такое. Ребята, это тяжелый учебный день. Тебе ждать? Закончу. Я гулять. Елена пока посидит. Она спать. Кого спать? Ладно, шучу. Я тоже гулять. А вы куда? Не знаю. Я просто Никиту выслежу. Он, наверное, с Акмова сидит в обнимку. Ой, здесь посижу. Ладно, давай. Пока. Ребята, я дома. Я погуляла с Никитой. Как думаете, что здесь происходит? Как думаете, что здесь происходит? Елена пришла ко мне. Давайте что делать. Правильно? Красить мне голову. В какой? Увидеть через пару мгновений. Я надеюсь, я буду нормальной. Такой же? Они все по голове говорят, что будет такая же. А я знаю, что нет. Я вижу топ-модель какую-то, знаешь? Мне осталось... Я хочу ресницы тоже нарастить. Давай. А сколько стоит? Ну, я за 1400 делала. Это нормально или недорого? Честно говоря. Ладно, потом как тебе ресницы наращивать, нарастим. Ногти тоже сделаю наращивать, вообще кайф. Ну, пока мне коротышки охота. Вот я же с коротышами. В общем... Короче, буду задом. Ой, так страшно. Ну, эта краска смывается, поэтому... Через 6-8 недель. Это сколько? 2 месяца? Ну, примерно, да. До Нового года не успеет. Будем перекрашивать. Я буду как... Ох, я буду как... Шелушай! В шапке ходить. Вы готовы? Я реально сейчас ехала и представляла, что я завтра на работе просто в шапке. Все, вы готовы? Раз, два. Та-дам! Вот что мы получили. Извиняюсь, что потом просто Юля спит. Также что мы еще получили? Как грязное постельное белье.
ее, потому что я его случайно испачкала. Я не знаю, где эта краска оказалась. Серые ногти. Они были белоснежные, плюс-минус вот такие. Ну да ладно. И вот такой вот окрашивание, да. Идеально. Они, наверное, еще это, да, гладко выглядят. Да. Но это после окрашивания, да, так еще. Дай бог, это никуда не уйдет. В общем, пишите, как вам. Завтра я еще накрашусь, чтобы увидеть окончательный результат. Просыпаюсь так. Бабочки, что это такое? Все, я спать. Всем спокойной ночи. Встретимся завтра. Пока-пока. Всем доброе утро. Я уже встала, проснулась. Собралась, не проспала. Встала за полтора часа, как я любила это раньше делать. В общем, вчера меня покрасили. Как вам? Мне нравится. Я сейчас специально сегодня накрасилась, я бы не красилась, чтобы посмотреть, как я буду выглядеть с косметикой. В принципе, из-за того, что я тоненько уже миллион раз красилась, я примерно знала, как я буду выглядеть с этим цветом. И мне нравится. Не знаю, прям, ну, мне нормальный был цвет. Красивый, на свету он красиво выглядел. Но что-то да не то было, знаете. А вот сейчас мне очень даже нравится. Прям так закончено смотрится. Я просто в зеркало на себя смотрю, в телефон чуть по-другому выгляжу. Гляжу в зеркале. Супер черноты, конечно, нету, как по мне. Потому что у меня у самого были темные волосы. Но, в общем, как-то так. Ребят, я в универе. Все-таки я черная. В приемном свете я очень черная. Я специально решила не ждать Ангелину на улице, чтобы она уники видела. Я не говорила. Ну, я говорила, что я хотела, но не показывала. А, нет. Привет! Ты пойди музыку. Ты что не видишь? Покрасилась? Да, Ангелина, ты что не заметила? Ты, блин! Я специально на улице решила тебя из-за этого не ждать. Ничего не изменилось. Ты не дури, изменилось. Я после, ну, я вообще сейчас этот морал. Так что мы имеем никакой реакции от Ангелины. Она сказала, что ничего не изменилось. А я посмотрела на себя при другом освещении, мне кажется, мне нравится. Ладно, надо просто привыкнуть сейчас, что у нас две пары. Потом я домой, потом вечером на работу сегодня пойду попозже, а завтра пойду с утра. Скорее всего, так будет, посмотрим. Рассказываю историю вам и Ангелине, потому что Ангелине ничего не рассказывала. Вчера мы гуляли по гостинке, решили посмотреть 15-й айфон. Но брошек не было, просто чисто 15-й. Я тоже видела. За 100? Розовенький. Не знаю. Короче, суть в том, что я беру 14 Pro Max, просто посмотреть. Фиолетовый цвет. Там же вот эта креплялка есть? Гранила? Нет, я просто держу, все трогали эти телефоны, много людей. Никита 10 раз потрогал. Я просто хотела камеру посмотреть, приблизить. Очень классная камера, но эта херня отрывается. И сигналка на всю гостинку. Я вот так стою с этим телефоном. На всех смотрю, у меня мгновенно все красное, уши красные, вот это голова вот так, потому что настолько громко, ну реально вся гостинка слышала. И консультант подбегает, ну думаю, реально вор. Он такой на меня смотрит, я на него, типа, я вся красная, прикинется, да. Никита тоже стоит такой, ну вот так вот, да, типа, это оторвалось, я такая, да. Он такой, да, ничего страшного. Это был ужас. Это было так страшно и стыдно. И я такая, все, пошли отсюда. Никита такой, нет, буду специально стоять. Это был угар. В общем, и вот я всегда не хотела ходить вот так смотреть что-то и то. Почему я не хотела? Потому что сигналка на весь магазин. Итого, что мы имеем. Пар не было. Мы едем по дороге. Да счастливо. Особенно Ангелина. Вы понимаете, он обидно. То, что мы проснулись, приехали. Лучше бы уже сидели. И тут поспал. Ну да, и сразу поспали. Мама, уберите ее, иди домой. Фуа, мою грязную голову. У тебя, кстати, сейчас зубы черные будут, потому что у меня краска еще... Ну-ка, ты мне портишь волосы. Иди букет собирай. То, как я бегу домой после работы. Весь день на работе, как медведь в спячке.
А как? Наступает 23:00. Я спортсмен. Ребята, всем привет! Это продолжение влога. Сегодня воскресенье вечер. Вчера я работала и больше ничего не делала. Приезжали родители. Что еще? Сегодня не уехали, не приезжали в гости. Что же еще хотела вам сказать-то? Искупалась. Завтра я иду на консультацию. Насчет татуировки. Честно, я не хотела тут об этом говорить, но я не вижу смысла этого скрывать. В общем, я уже на протяжении 3 лет думаю насчет тату. Я уже посоветовалась 1000 просто людьми, у которых есть тату, у которых нету. И самое интересное, что я очень хочу ее, но я меня останавливаю только то, что это действительно всю жизнь, ведь действительно это видное место, я хочу прямо на запястье. Пока не буду показывать эскиз, потом, если сделаю, покажу, грубо говоря, да. Но завтра я иду всего лишь на консультацию, то есть они мне сказали, я нашла этот салон, мне сказали, мне никто говорить не будет, просто приложат, посмотрим и так далее. Вот это все. Честно, я очень переживаю, потому что я очень ее хочу, но из-за того, что я всю жизнь росла и во мне просто программировано то, что это плохо, то, что это некрасиво, то, что это ужасно и так далее, я не могу этого сделать. Но когда я общалась с людьми, у которых есть тату, у которых рукав целый набит, грубо говоря, да, я слышу совсем другое. Что вы думаете вообще насчет тату? Пишите в комментариях. Но в этом влоге мы с вами сделаем пранк над моей сестрой и над мамой. И над подругами, если получится, потому что они, скорее всего, не поверят. А вот мама с Юлей поверят. Это действительно просто слишком ответственный шаг. Нужно сначала очень много думать. Хотя я так уже 3-й год думаю. Просто не понимаю, что изменить, если я сделаю. Я потрачу деньги, и моя кожа будет уже не чистой. Не знаю. В общем, завтра мы с вами снимаем пранк. Я настолько сильно вчера устала, потому что работала с 10 утра до 11 вечера. Выходной день, народ, все такое. Сами понимаете, что я сегодня спала с самого, с самой ночи вчерашнего. С часу ночи до 6 вечера, грубо говоря, естественно, вставала. Что делала, легла, поспала. Вот так, короче. Кошмар, у меня просто все ноги гудят, болят, судорога на правой ноге. И это какой-то вообще ужас. Настолько сильно я не уставала, даже когда работала 3 дня подряд, еще случилось. А сейчас я не сплю, хотя и с радостью спала бы, потому что я жду, когда я пойду за роллами. Фудзияме сегодня акция. Она у них проходит каждый год. Сет почти бесплатный. Можно забрать. Заказать и забрать. Поэтому я жду время. Я надеюсь, мы пойдем с Юлей, потому что я уже боюсь идти одна. Мы дома сходили в магазин, забрали с Юлей роллы. Купили моего любимого сока виноградного этой фирмы. Я, конечно, не пробовала. Купила себе такой кофеёк. Очень хочу попробовать. Я обожаю кофе. Что-то в последнее время. Им такой настоящий, пакетированный. Они повсюду. Также сегодня готовила бутерброды. Но от них уже ничего не осталось. Потому что Юля половину забрала на работу, половину съела.
Ням-ням. Честно, я такой ролл, конечно, не люблю вообще. Но хотя бы вот это. И вот за это спасибо. Ну, вот это вкуснее. Ладно, все, я пошла пробовать. Я хотела фильм какой-нибудь страшный, наконец-то, посмотреть. Я уже 2 месяца не смотрела страшный фильм. Все, уберем, что тебе хуйло, какой вкусный. Ну, в общем, такой у меня столик, ребят. Всем приятного аппетита. Мне дали такое, я не знаю. А, апельсиновую палочку, в общем, огромную для ногтей. Думаю, что напоминает. Спасибо. Всем доброе утро, ребят. Я встала, но я решила никуда не ехать, ни на какую консультацию, я не знаю. Меня нервирует тату-салон, в который меня зовет, который меня зовет на бесплатную консультацию. Меня нервирует то, что они меня прям зазывают. Я не люблю навязчивость, во-первых, хотя я сама очень навязчивая. Я не люблю навязчивость. Я пока думаю, я могу еще 5 лет думать и через 5 лет решить, что я точно ее хочу. Я просто опять, у меня такой период сейчас, когда я думаю над тем, как сильно я ее хочу. Но когда я понимаю, что это реально на всю жизнь, я не знаю. Поэтому сегодня пранк все-таки сделаем, но я не поеду ни на какую консультацию, мне лень. Мне эта консультация ничего не даст, потому что я не могу решиться, потому что должно что-то, я думаю, произойти, когда я реально ее захочу, я сделаю, но... Ой, я не знаю. Боюсь я, просто боюсь. А уже вечер, ребята. Угадайте, где я? Я на работе. Пранк я не снимала. Я пришла на работу на замену. Я только за, как говорится, да, деньги лишними не бывает. Тем более, время у меня есть свободное. Ничего, домашки нет, ничего нет. Короче, пранк я не засняла. Сделаем. Блин, завтра. Я же тоже завтра работаю. Короче, не знаю, когда сделаю пранк. В этом видео хотела его сделать. Сегодня, наверное, сделаем пранк. Но его вы увидите в следующем влоге. Скорее всего. Потому что я хотела сейчас уже этот влог редактировать и укладывать. В общем. Что я делаю на работе? Вода, если что, не гнилая, она зеленая из-за пиофлора. Так, вы лучше не слышите, что там написано. Надеюсь, вам не видно. В общем, я забираю домой 3 стебелька. Это не нужный стебель. Мы, если что, их выкидываем. Если вдруг меня посмотрит моя работа, да. Я просто хочу забрать себе домой 3 стебелька и укоренить. Надеюсь, меня за это не посадят, не уволят. Да ведь? Попробуем с вами высадить розы. Естественно, я это сделаю, скорее всего, с Юлей, потому что я не понимаю, что делать. Мне мама сказала попробовать. Так что будем с вами выращивать еще и розы. Одни привилегии от этой работы, как говорится.